Первое издание газеты «ТВН «Анъектыры» вышло в свет 19 января 1933 года. И с тех пор его корреспонденты рассказывают о молодежи Тувы на тувинском языке. Сегодня коллектив газеты представлен молодыми и талантливыми журналистами, которые проявляют себя не только на стезе пера и видеокамеры. Газета создана 19 января 1933 году. Она начинала печататься под названием «Реванешины», то есть «Правда союза революционной молодежи». А современное название «ТВН «Анъектыры» появилось в 1945 году. С ней связана жизнь нескольких поколений читателей. 21 век ставит перед традиционными форматами СМИ новые задачи. ТВН «Анъектыры» и «Сылдыс Чыгаш», детский журнал, который ведется той же редакцией, прошли трансформацию. Перешли на новую еженедельную периодичность и внедрили новый дизайн в обоих изданиях. Работа сама по себе очень интересная. Сначала было сложно, но, как и в любой другой работе, бывают свои сложности. Со второй половины 2020 года мы перешли на новый формат, журнальный, цветной. И такой формат более хорошо воспринимается молодежью. И с таким форматом работать более интересно. Сегодня молодая предпринимательница подарила журналистам лично испеченный торт. Она была одной из героинь материалов издания. Рассказывая своей аудитории о деятельной молодежи, ТВН «Анъектыры» вдохновляет своих читателей их примером. Даян Данцурюн, Чайхан Дангак, Кузел Сарыксерен, Туа-24.